Чуваши приступили к уборке урожая озимых. Обычно первыми в поля выходят на юге республики. Но в этом году старт уборочной кампании был дан в Урнарском районе. Начали пока с не очень распространенной в республике культуры озимого рыжика. Необычный на вид колосок считается весьма ценной культурой. Незатратные выращивания, многофункциональные в использовании. Рыжик масличный высадили по весне в Урнарском районе в агрофирме «Сонары». Сейчас убрано 75 гектаров. Урожайность составляет 10 центнеров с гектара. Хозяйство работает минимальной технологией, а также нулевой технологией. Мы его, говорим, наутил. По-другому прямой посев. Хозяйство не пашется фактически. Под картофель только пашем. Поэтому все бороть очень нужны такие культуры. Вот и решили, как бы, ну, читаем, едем по России, по регионам. И пришли к такому выводу, в Бендюнскую область ездили, посмотрели, хотели привезти и получить чистую прибыль. Озимый рыжик по вкусу напоминает горчицу. Его можно использовать в пищевых целях, а еще из него делают техническое масло, являющееся составной частью биотоплива. Им можно заправлять даже комбайны. Специалисты сельхозпредприятия с большим интересом изучают новые культуры, стараются включить их в свой севооборот.